Так, мы в эфире. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. Это те, которые будут нас смотреть в YouTube. Сегодня четверг, 27 апреля. Ну, а четверг, это означает, что сегодня у нас в эфире программа, которая называется «Женская гостиная». И тем не менее, «Женская гостиная» у нас в эфире. Ее начальница, хозяйка, девушка весенняя, великолепно выглядящая Анастасия Хручинская. Ну и, как всегда, ее гость, которого она представит сейчас сама. И речь пойдет об очень... Вообще, тема очень интересная. Я буквально, ну когда, неделю тому назад беседовал с одной моей знакомой и говорил про веды. И говорил про такой язык, который называется санскрит. Она говорит, а я такого не знаю вообще, что такое, и пошла потом, позвонила мне через полчаса, я все нашла. Это все ерунда, это все индусы придумали и так далее, и так далее. Вот сейчас мы все выясним, кто это придумал. Я вас всех приветствую, доброе утро, добрый день, добрый вечер. И с вами я, Анастасия Хручинская, и мой замечательный, потрясающий гость. Сегодня у нас в гостях Мартин Гассенс. И поговорим мы действительно про санскрит. Тема у нас сегодня, реально мы замахнулись вообще на такую монументальную тему. Я сама даже немножко боюсь, поэтому специально одела такое легкомысленное платье, для того, чтобы, если что, подойти за такую девушку достаточно неглубокую. Итак, мы поговорим о санскрите как духовном наследии Востока. Я буквально пару слов представлю своего гостя. Мартис, вы с нами? Да-да-да, я тут. Здравствуйте. Да, очень приятно, что вы согласились принять участие в нашей передаче. Итак, Мартис Гассенс, филолог, востоковед, кандидат филологических наук, по специальности сравнительная история, историческое языкознание, член Союза писателей России, член Общества востоковедов России, непременный секретарь Общества ревнителей санскрита. Также Мартис – популяризатор книг о древнеиндийском языке и один из главных издателей подборки книг «Библиотека санскритика». Преподает с 2007 года древнеиндийский язык, изучал под руководством Натальи Павловны Лихушиной, ученицы Кочергина. Но это уже такое дополнение для тех, кто в курсе, кто в теме. Я тоже имею честь обучаться у Мартиса санскритскому языку, хотя я только в самом-самом начале. И почему мы сегодня... Почему я сегодня пригласила к нам Мартиса? Потому что я считаю, что очень важно... Сейчас веды и вообще Индия, и ведическая культура – такая тема, которая последние, наверное, лет 10 вообще не сходит с упоминаний, где только про нее не говорят и как только ее не склоняют. И веды и индийская культура, она непосредственно связана с древним индийским языком санскритом. И на самом деле, как только мы начинаем какой-то духовным путем заниматься какими-то исследованиями в этой почве, на этой стезе, то мы, в общем, сталкиваемся совершенно с непонятными словами, и которые на самом деле транслируются с огромными ошибками. Я могу, вот мы с Мартисом договорились, что я признаю свою ошибку в эфире. Если кто-то нас слышал в прошлый четверг, мы с моей подругой и замечательным астрологом Натальей Хамитовой говорили о таком дне Акшая Трития, который, кстати, завтра, да, это самый лучший день в году. И вот я сказала о том, что этот день очень благоприятен для покупки золота, и назвала, что золото происходит от корня Шри, хотя это была ошибка, да, и Мартис меня потом поправил. А слово было Хри, то есть близко. Да. Все как бы рядом. Ну, была небольшая неточность, просто чтобы вдруг кто-то начнет искать, он не найдет такого слова. У слова «шри» есть значение «красота». Это отличное слово, древнее слово. Оно идет от Ригведы, но оно немножко с другим оттенком. Немножко с другим оттенком. А так, да. Даже когда вы ошибаетесь в санскрите, вы все равно попадаете на какое-нибудь слово. Невозможно ошибиться так, чтобы такого слова не было. Из 140 тысяч слов, даже ошибаясь, попадете в какое-нибудь слово, поэтому это прекрасный язык, и ошибаться полезно. В нем не зазорно, да? Да, но, тем не менее, не ошибиться, как бы все ошибаются. Нет книг по санскриту без ошибок, а это люди, которые посвятили свою жизнь, они ошибаются. Так вам ошибиться, это просто за милую душу, просто вот прям-таки, это традиция, надо соблюдать традицию. Положено, ну, давайте, возможно, что не все наши слушатели, да, они так глубоко посвящены в тему санскрита, как вы, и даже не так
на поверхности как я, поэтому, да, да, я признаю абсолютно точно, да, поэтому я хотела бы, ну, давайте у нас все-таки образовательная, да, программа, то есть мы рассказываем людям о новых знаниях, что вообще, что такое санскрит, вот как Михаил Мелехов нас представил, как раз спросил, что она, его знакомая даже не знала о таком языке, что это такое, откуда он взялся, да, и почему так важно изучать санскрит, и мы еще обязательно обсудим тему, живой это язык или нет, как мы. Хорошо, значит, санскрит — это не матерь всех языков, как было принято считать 200 лет тому назад, когда в 1816 году немец Боб открыл санскрит для Европы. Тогда было принято считать, что санскрит — это самый древний язык из всех индоевропейских, то есть английский, немецкий, датский, латышский, русский, неважно, это все языки одной языковой группы. Вот, в которой санскрит достаточно, скажем, старый элемент, но он далеко не первый язык, о чем, собственно, стало понятно отчетливо в 20-м столетии, что есть языки более древние, чем санскрит. Тахарские, хетские, то есть языки, которые имеют даже письменные памятники, засвидетельствованные письменные памятники, более древние. Значит, от санскрита у нас нет никаких письменных памятников более древних, чем несколько сотен лет. То есть нету никакой исходной рукописи Ригведы или какой бы то ни было Веды. Это все устная передача. Для того, чтобы эта устная передача могла бы донести до наших дней на языке, который называется самскритом, чтобы эта передача донесла знания в неизмененном виде, была изобретена грамматика. Грамматика как наиболее кратчайший способ описания языка. И в V веке до нашей эры грамматик Фанини придумал 3996 правил. Это является... Ужас! Хорошо, что я об этом не знала раньше. Базисом. Это является базисом. С тех пор считается, что санскрит канонизирован, ну и в каком-то смысле умер. К этому мы вернемся. То есть язык... жив до тех пор, пока он развивается. Но ввиду того, что норма языка была описана в V веке до нашей эры, то есть 2500 лет тому назад, то все остальное в какой-то мере считается отклонениями от нормы. С точки зрения индуса, такого традиционного, вообще все языки в мире — это в той или иной степени отклонение от нормы, то есть от санскрита. Санскрит был санскрит божественен, следовательно, никогда не был создан. Значит, в разное время мы можем узнать его с разных сторон, мы можем забыть что-то, можем вспомнить, но мы не можем узнать ничего нового, потому что он существует испокон веков. Вот такова традиционная точка зрения. То есть такая синхроническая. То есть все существует одновременно. Нету развития языка. То есть как бы в английский язык за 1000 лет он прошел огромный путь развития. Он не похож на древний английский. Он не похож на... Невозможно, владея современным английским языком, разобраться в том, что пишет там, не знаю, Беовульф. Невозможно. Это просто совершенно это быстрое развитие языка. Не все языки развиваются быстро. Почему иногда говорят, что русский язык похож на санскрит? Да, кстати, вот это очень интересная точка зрения, потому что очень часто, особенно околоведические всякие исследователи, они пишут о том, что вот параллели проводят. Ну, действительно, можно встретить очень много похожих слов, но после того, как мы с вами начали заниматься, я обратила внимание, что и в английском очень много похожих слов, и в немецком тоже. И в ирландском, и в
датском, и в испанском, и в итальянском. И можно составлять списки из тысяч слов, ну, скажем, вот тысячи слов в каждом индоевропейском языке я могу собрать без особого труда. Но не в этом красота. Есть некая структурная близость языков. То есть одно дело лексика, словарный запас. Это все действительно так. Но что гораздо интереснее, что между тем же русским языком и древнеиндийским языком есть структурная схожесть. То есть эти языки построены по близким принципам. Значит, разница лишь в том, что английский развивался быстро и отошел достаточно далеко, а русский язык, ему всего 1000 лет. Значит, и он развивается медленно. В нем заложены другие часы. И поэтому за то время, за 1000 лет, он не сильно ушел куда-то вперед. И поэтому и схожесть, она, помимо того, что существует схожесть словарного запаса, и схожесть грамматики. Грамматики и даже не только грамматика, а еще и звучание. Я, когда писал диссертацию, описал ее 10 лет, я посчитал количество, значит, согласных на 100 гласных. Это называется консонантизм, то есть количество консонантов, то есть согласных. И оказалось, что единственный язык в мире, который имеет полное совпадение с консонантизмом, значит, санскрита, это современный литературный русский язык. То есть звучание, мелодика языка, они идентичны. Когда говорят, что санскрит очень мелодичен, красив, на самом деле надо добавить, что таким же красивым языком является русский язык. И это уже не фантастика. Это, значит, берется корпус текстов, то есть это корпусная лингвистика, 400 тысяч предложений на санскрите, и вот на таком огромном объеме видно, что звучание русского языка совпадает со звучанием санскрита. То есть родство не только слов, родство грамматики, родство звучания, родство бывает разное. И удивительно то, что в русском языке как бы много что совпало. Но, если мы хотим уж так откровенно сказать, уж какой язык более близок к санскриту, тогда надо сказать, что это древнеиранский. Эти языки, древнеиндийский и древнеиранский, это как брат и сестра. Если вы потратили, скажем так, 2 года своей жизни на погружение в основы грамматики санскрита, то, потратив еще несколько месяцев, вы можете выучить ведийские особенности, то есть особенности ведийского языка. И с путем пересчета определенных букв, определенных замен, вы, читая Ригведу, если уже можете читать Ригведу, а это древнейший памятник на индоевропейских языках, который сохранился в таком большом объеме, за что, собственно, мы ценим индийскую культуру, она огромна. То есть если в других языках, даже более древних, до нас дошли какие-то огрызки, кусочки, имена собственные, но нету целостной литературы, то санскрит прекрасен тем, что массив литературы бесконечен в любой области знаний. Вот. Значит, мы можем здесь, с точки зрения санскрита, да, почему это так важно, потому что мы здесь можем говорить как раз о целостности, а именно сохранении источников и целостности получения знания, что, в общем-то, такой и как раз отражает уникальность подхода в этом языке. Да, получается, она изощренность грамматики санскрита, она связана как раз с желанием донести в первозданном виде знания, что, собственно, у индусов получилось безупречно. А не в устной передаче, а санскрит – это именно устная передача. В Индии вообще к письменным источникам относятся брезгливо, и, соответственно, и культура издания книг в Индии, она на достаточно невысоком уровне. То есть книги издаются как неизбежное зло, но никто особо не ссылается на них. То есть в диссертации в Индии могут сослаться на устные источники, это нормально. Не нужно даже, то есть устная передача гораздо более авторитетная. Значит,
Но... А как быть вот с устной передачей, кстати, сказать? Это же искажение может произойти, либо санскрит, он уже так устроен, что искажения никакого произойти не может, да? Увы, увы, русскому даже вот это есть прекрасно... да, как она баба сказала, да? То есть у нас когда иногда рассказывают историю, да? То есть источник этой истории, и то, что ты получаешь на выходе через десятые руки, это может быть вообще версия. Нет, конечно, ошибки встречаются сплошь и рядом, и даже часто сами индусы не понимают, например, этимологию каких-то слов. Ну, то есть они начинают, что называется, придумывать народную этимологию, чтобы объяснить, чтобы им самим было проще. Ну вот, например, название того дня, который будет завтра, да, Акшая, да, да? То есть вы правильно в тот раз подметили, что значит, все те значения, которые вы перечисляли, они все были совершенно уместны. Значит, как и большинство слов в санскрите, приведенный вами термин изначально образован от глагольного корня. Значит, существует такая теория, индоарабская, что все слова в языке образованы от ограниченного исчислимого количества первоэлементов. Их количество варьирует в санскрите это 2200, а в арабском это 3000 корней. Вот от этого набора, небольшого достаточно набора глагольных корней, мы образовываем сотни тысяч слов. В сводном списке всех 33 доступных мне санскритских словарей 380 тысяч слов. И большинство этих слов можно возвести к этому списку из, на самом деле, активно используется где-то тысячи корней. Вот тысячи корней, это как бы кирпичики, и от них мы строим вот сотни тысяч слов, словосочетания. Значит, Акшая, это корень кши, который, значит, означает у нас разрушать, это первое значение, а второе властвовать. Значит, значение, которое нам интересно, оно как раз встречается в Ригведе. То есть получается, что слово это, значит, сам корень древний. Если что-то встречается в Ригведе, это как бы как знак качества. Значит, ну, Ригведа, она тоже как бы, она не однородна. Она состоит из 10 мандал или 10 глав. Последние главы, они более поздние. Поэтому их как бы авторитет тоже, ну, он такой спорный. Спорный, да. Раз десятая мандала, она самая интересная, в ней содержится гимн, гимн космологического содержания, то есть о том, как создавалась Вселенная. И вот, в частности, на занятиях с Андреем Анатольевичем Залезняком мы разбирали гимн создания Вселенной, и это увлекательное занятие. И с точки зрения грамматики, и с точки зрения осмысления себя. Вот. Если что-то встречается в Ригведе, это знак качества. Так вот, кши, значит, разрушать, приставка «а» – это отрицательная приставка, то есть «не разрушать», ну и, собственно, суффикс «я» в данном случае он, ну, не имеет никакого особенного такого значения, которое за ним тянулось бы. И получается, собственно, как вы и правильно отметили, «нерасчленимый», «неразрушимый» и «нераспадающийся». Собственно, вот такое вот уточнение. То есть любой термин, любое даже имя собственное, вот те имена богов или героев Махабхараты, которые мы воспринимаем просто как набор каких-то звуков. Имя они... собственное, да. Ну, собственно, даже вот Бхарата. Значит, индусы Индию называют Бхаратой. Они не называют ее Индией. Вот. Ну, то есть стараются, по крайней мере. Есть пуристы, то есть, которые избегают все, что связано с английским языком, как, ну, в общем, это, они избегают и имеют право на это, значит, и они, значит, откуда Бхарата? Бхарата – это имя племени, значит, само название Бхарата, Бхарата с А краткой – это и название племени, а Бхарата – с вардхированием, с долгим. Это уже название Индии. Так означает это слово «воспитанный». Вот Бхарата изначально. Это не просто так наобум подобранный набор слогов. «Воспитанный».
То есть в каждом, буквально, я не знаю ни одного санскритского слова, который был бы просто набором звуков, случайным. Мы можем не всегда... Не как в английском языке, да? Но на самом деле у каждого слова в английском языке тоже есть этимология, и она часто вот приводит нас к таким же удивительным находкам. Ну, считается, например, что Шекспир там придумал 10 тысяч слов или там больше даже. 10 тысяч вряд ли мог придумать. Ну, смотрите, например, вся Рамаяна, значит, это 11 тысяч слов. Ага. 11 тысяч слов. Это достаточно большая, серьезная такая вот книга. Создавалось не одно столетие, ну, 11 тысяч слов придумать, в смысле, это достаточно нетривиально. Далеко не тривиальное. Я, пожалуй, не соглашусь. То есть это чисто технически, и тогда всю жизнь он должен был бы просто придумывать слова, то есть не успел бы. А, значит, ну да, это я немножко преувеличил, но тем не менее, считается, что он много слов привнес в английский язык. Достаточно. Ну, скажем, вот 2000 это вот вполне было бы подъемно. Вот 10 тысяч, это вот, пожалуй, многовато, потому что вот мы говорили об огромности санскритской литературы. Итак, Гомер со своей Илиадой и Одиссеем – это 1/10 часть Махабхараты вместе с Рамаяной. То есть надо понимать, что вся античность – это маленький осколок. Это одна школьная тетрадь по сравнению с тем потоком информации, который существовал в Древней Индии. То есть это совершенно разные культуры, они мало, между ними мало чего общего, то есть другой подход буквально во всем. И вот этот огромный поток знаний, который дошел, а до нас ведь дошло ведь не все. Тем не менее, да, несмотря на эту огромную целостность, да, которая нам кажется, что... Да, нам кажется, что это уже, это, нам кажется, тема. Что это цунами, что на нас обрушилось цунами, но... Угу. В индийских источниках описано, что то, что дошло, это 1/100 часть. Даже до нас даже не все веды дошли. Угу. Поэтому и мы даже это не можем переработать. На русский язык, например, до сих пор до конца не переведена Махабхарата. Хотя вот уже 70 лет уже как длится перевод. Это только одна книга. Они идут, то есть это чисто художественная литература. Рамаяна переведена до середины. Вот сейчас четвертую книгу, она редактируется, и четвертая книга это еще половина пути. То есть мы пока только существуем в поле художественной литературы. И так медленно-медленно мы заглядываем в какие-то шастры, какие-то науки. Потому что то, как индусы сами себя переводят, этому доверять нельзя. То есть должны прийти люди извне. И это принципиальная разница. Индусы говорят, как вы можете нашей культуре хоть что-то знать? Вы же здесь не живете, значит, то, что вы сделаете, будет ерунда. Приходят белые люди, говорят, то, что вы делаете, это невозможно читать, этому нельзя доверять, потому что вы очень много от себя туда привносите и не указываете. Вольности слишком много допускают. Слишком много вольностей. Вот. И это принципиальная как бы разница. То есть поэтому есть два разных подхода к изучению санскрита. И индусы пытаются доказать, что белые люди не правы, что все, что они сделали, это зло. А белые люди говорят, что в Индии нет никакой парампоры, нет никакой традиции, что все комментарии на комментарии, они не стоят и выеденного яйца, и что белый человек со своими методами сопоставления, сравнения может заглянуть глубже, вот. То есть столкновение, которого нету, которое невозможно разрешить, и каждый для себя сам должен принять, какую точку зрения он разделяет. Значит, моя специальность – это компаративистика. Это значит, что я знаю, что кроме санскрита существует еще древнегреческий. И значит, я никогда не буду считать, что санскрит – это матерь всех языков. С точки зрения индуса, который понятия не имеет о том, что существуют еще другие языки в мире, кроме как индийский, коих тоже количество больше 50, они мало чем похожи друг на друга. Дагестан, когда люди друг друга мало чем плохо понимают,
значит, индус исходит из того, что был санскрит, а все, что остальное, все прокрыты, это разные, разные степени порчи. Все наносное, да. Ага. Порча. Люди стали забывать, все испортилось, значит, потому что изначально веды никогда не были созданы и вечны, санскрит, соответственно, тоже не имеет начала. Все этим все сказано. И вот, значит, у нас есть такая, значит, цитата. Значит, откуда вообще пошло о божественности санскрита? Так вот, был поэт, ну, да, поэт Дандин, и он говорит, санскрит называют божественным языком, так считают великие провидцы древности. И вот от этой цитаты, которая не мохнатая древность, ей не 50 тысяч лет до нашей эры. Она, ну, может, ей 1500 лет, скажем так. То есть это относительно, ну, такая современная история. Вот отсюда пошла божественность. То есть индусы постоянно, ну как это их метод их манипуляции. То есть, ну это не свойственно только индусам. Считать, что их язык священный, и это также Египет, Древняя Греция, все то же самое. То есть ну, язык вечен, как бы это не придумали индусы, но они продолжают в это верить. Скажем так, если остальные в этом вопросе сдвинулись, индусы непреклонны. Все остальные языки – это порча. То есть, с точки зрения индусы, русский язык – это испорченный санскрит, но, конечно, никогда не наоборот. А, есть такое мнение, вот я тут читала, когда готовилась к передаче, что санскрит, он развивает интеллектуальные способности, да, и даже вот повышает как-то интеллектуально-духовные возможности человека, и они раскрываются только во время его изучения. Правда ли это? Духовность обещать не могу. Вот я санскрит изучаю недавно, всего 15 лет. Значит, санскрит по-хорошему, ну, надо, наверное, жизни так 5-6 подряд изучать, тогда что-нибудь да получится. Быстро не получается. В Индии базовый курс – это 12 лет. 12 лет человек должен отдать санскриту перед тем, как даже задумается о каких-то шастрах, как джотиш или аюрведа. То есть запрет – сначала грамматика, потом уже, значит, науки. Значит, духовность поэтому не обещаю. Вот. Но могу сказать одно. Со временем у всех происходит определенный спад гормонов. Это неизбежно. Природа человеку дает аванс в виде гормонов. И когда он молод, ему все дается легко. Он изучает языки легко. Он может не спать ночью, нарушая все, так сказать, заповеди аюрведы. Он может издеваться над собой. Но приходит время, когда этот аванс заканчивается. И заканчивается резко, неожиданно, и это неприятно. Так вот, в такой момент, когда, собственно, за 30, когда человек переходит эту грань, по мне, он все равно он должен изучать какой-то язык. Неважно, санскрит или китайский, это совершенно разные половинки мозга, но не суть. Он должен делать что-то, что ему дается тяжело. Санскрит – это очень логически выстроенный язык. Поэтому те, кто занимался когда-либо математикой, преуспевают в санскрите. Но это очень нетребовательный язык, потому что 3996 правил – это означает, что там есть много исключений, много правил, которые сами по себе непросты, и много исключений. Но санскрит не прощает ветренности. Ты должен букву за буквой, слог за слогом держать в голове определенный набор информации. Ну и, пожалуй, да, это непросто. Поэтому развивает интеллект. Но интеллект много что может развивать. А санскрит, вот даже просто простой повтор алфавита уже настраивает нас на определенный лад. Вот что интересно. Даже открытие алфавита – это ведь не случайно. Древнеиндийские ученые сделали то, чего ни до, ни после никогда никто больше не повторил. Они упорядочили звуки по разным параметрам.
в остальных языках мира алфавит – это случайный набор звуков, которые в дальнейшем были записаны в буквах и все. Ну, в соответствующем порядке, да. Ну, в санскрите совершенно не так, я согласна. А такое дело, что особого порядка и нету. И когда где-то в середине 20 века, скажем так, заново открыли панини, то это, в общем-то, удивило. То есть, как бы, панини какое-то время был, находился на периферии. Значит, на самом деле, один из таких вот борцов против панини, он как раз, значит, преподавал в Йеле, то есть, жил в Америке, и звали его Уитни. Так вот, этот самый Уитни, выдающийся лингвист, просто гений своего времени, он сказал, что я не верю панини, я проверю каждое его правило и напишу не придуманную грамматику, а настоящую. Он сказал, что грамматики специально усложняли грамматику для того, чтобы санскрит оставался элитарным. И вот эта мысль о том, что санскрит специально усложняли, чтобы не было особого желания изучать его, она интересна. Она интересна, потому что я считаю, что в этом есть доля правды. То есть все-таки это не придумка, да? Что не действительно придумка. Язык специально усложняли для того, чтобы... Он и так сложный. Uh-huh. Он логичный, но сложный. А помимо того... его еще усложнили и сделали, на самом деле, просто неприступным для человека, который не готов бросить семью, работу, чтобы по 14 часов в день изучать хотя бы 2-3 года древнеиндийский литературный язык. Вы меня пугаете. Я же должен был вам это сказать. Ну да, я поняла. Но это конечно... Но мне не хотелось бы наших радиослушателей в такую депрессивную стезю включать, потому что все-таки очень важно... Всегда надо с чего-то начать, да? Потому что на самом деле любой процесс, он очень сложный. Мы вот с вами тут обсуждали, или я не помню, с кем я тут недавно разговаривали, о чтении, да? То есть, например, ребенка научить читать, это на самом деле крайне сложный процесс, да? Но который нас не пугает. И на самом деле... Вот именно ребенка маленького, там, 4, там, 3, 5 лет, 7 лет, ну, неважно в каком возрасте, вот обучить чтению, для него это крайне сложный процесс, как для взрослого может быть освоение санскрита. В общем-то, да, в принципе, именно... а задачи сопоставимые, кстати. Сопоставимые, совершенно сопоставимые. И на самом деле, чтобы не допускать каких-то вот совершенно глупых ошибок, достаточно просто уметь читать на письме Деванагари. То есть, как бы, есть язык санскрит, а есть письмо Деванагари. Это не одно и то же. Но, научившись читать, вы уже никогда не допустите определенных ошибок. Значит, и это уже здорово. Это определенный базис, который, я считаю, значит, необходим для человека, который говорит, что он интересуется ведами. Если он сказал, что интересуется ведами, это А, пункт Б. Это он должен уметь хотя бы читать на письме Деванагари. А значит, хотя бы 2 месяца своей жизни посвятить тому, что час в день он выписывает незнакомые карякули. 2 месяца, и после этого у него есть определенное письмо, которое дает ему возможность хотя бы оценить то, что перед ним. Это фейк или это похоже на правду? То есть уже появляется какой-то критерий, уже есть возможность трезво оценивать то, что перед вами. То есть даже сам Фроули говорит, что изучайте аюрведу, значит, изучайте и санскрит. Он не говорит, что я за вас выучил санскрит, вам рассказал о том, как все устроено, а теперь вам не надо учить. Нет, он говорит, что есть определенная, как бы,
Но базовый набор от того, что люди игнорируют половину его указаний, это не значит, что их не существует. Они, конечно, могут закрыть глаза и сказать, что веды и санскрит, какая тут связь между этими явлениями. Но связь, конечно, есть, потому что если и сказал человек, произнес слово веда, значит, он понимает, что это санскрит. Глагольный корень вид означает знать. И если человек в слове «веда» не видит этот глагольный корень, он, скорее всего, не понимает, что на... Ну, то есть он вот слышит ригведа и не понимает, что это такое. Думает, ну вот набор звуков. А тем не менее, вот это веда гимнов, веда воспеваний. Кого мы воспеваем, кому эти гимны посвящаются? Возникают вопросы, человек задумывается. Вот то, что он читает во вторичных источниках, правдиво ли это? Это большой вопрос. И на него нету простого ответа. Человек постепенно... Это да, действительно, это очень большой вопрос. И на самом деле даже я, вот соприкоснувшись несколько лет назад с аюрведой, начав изучать, да, я поняла, что огромное количество ошибок транслируется, особенно даже среди таких столпов аюрведы, которые признанные авторитеты, и причем это индийские авторитеты, все равно огромное количество ошибок транслируется по сравнению с тем, что мы можем прочитать там в аюрведических шастрах, в каких-то в Чарака Самхите, например, да, или в каких-то других книгах, вот, хотя бы смотрите. Даже просто ознакомившись с этим текстом. Для этого даже не очень много нужно знать, реально. Да, смотрите, вот, значит, лучший справочник на английском языке по аюрведе – это четырехтомник Миллинбельда. Значит, такой в 99-м году вышел такой громадный труд всей жизни, значит, голландского ученого. И вот что он перед смертью мне писал, что не доверяя английским переводам, если они индийского происхождения, вообще не обращай на них внимания. Вот если есть немецкий перевод какой-нибудь, значит, шастры, хорошо, нет, переводи сам. Вот немец где-то 10 лет тому назад потратил 6,5 лет жизни и перевел заново Аштанга Хрдая Самхиту. 6,5 лет у него ушло на одну, а всего базовых трактатов 3. То есть человек за жизнь, даже чисто без комментариев, чтобы освоить базовые трактаты, должен потратить половину жизни. Не идет речь о каких-то средневековых комментариях, упрощениях, а тем более о вторичных источниках, которые излагают якобы то, что было сказано в первичных источниках. То есть это требует некоторой отдачи. Отдачи, конечно, да. То есть нельзя сказать, что санскрит – это легко. Нет, санскрит, как сказал Владимир Ганцевич Эрман, переводчик Махабхараты, это гиря. Вот если вы хотите, так сказать, вот мышцу, так сказать… Накачать, да, вот свою, вот серую мышцу. Хотите, тогда берите. Нет, тогда забудьте это слово и не упоминайте его в суре. Потому что это и радость открытия. Вы начинаете понимать, что те звуки, которые до этого слово «карма», оказывается, имеет значение, и оно понятно становится, слова становятся понятны. И оказывается, что слово «аватар» — это не просто синий человечек, прыгающий по лианам. То есть много разных открытий, приятных. То есть это не только боль, это не только слезы, сопли, кровь, это и приятные открытия. Человек знакомится с собой, он расстается со своими иллюзиями, с огромным количеством своих иллюзий, и это прекрасно. Он думает, что санскрит – это духовно, но между ними нет ничего общего. Он думает, что на санскрите разговаривает в раю, и если он выучит его, он попадет в рай, он попадет не в рай. Это никак не связано. Много-много разных разочарований приносит санскрит, но то радость, та, которую он может принести, она несопоставима с теми разочарованиями. Разочарований много.
Ну, давайте теперь самую главную тему разочарований поднимем. Да, вот мы, когда с вами обсуждали анонс программы, у нас такая тема возникла о смерти языка, да, о мертвом языке. А, тем не менее, на санскрите говорят, да, вот я, поскольку стараюсь хоть как-то быть в курсе там современных веяний, то есть существует разговорный санскрит, в Индии он до сих пор используется, даже издаются книги на санскрите, современные, не, я не говорю про шастры, есть некоторые переводы даже каких-то, вот я знаю, Шерлока Холмса, например, он переведен на санскрит. И Винни-Пух тоже, и биография Ленина. Как потрясающе. Вот. И ведутся какие-то радиопередачи, даже, например, на радиостанции «Немецкая волна» есть передачи на санскрите. Я да, Deutsche Welle и BBC, они ведут трансляцию на санскрите, верно. Да. То есть, соответственно, получается, что язык все-таки не мертвый, да, вот как, хотя многие еще, опять же, если поверхностно посмотреть, да, вот кажется, что язык-то синтетический, значит, наверное, вряд ли он существует сейчас в обиходе. И тем не менее, ну, то есть вот мне хотелось бы эту тему немножко раскрыть пошире. Значит, насчет разговорного санскрита. Само явление достаточно недавнее. То есть это не то, что вот всегда была школа разговорного санскрита. Ну, скажем так, где-то, ну, тоже где-то 50-70 лет, а активно на самом последние 30 лет вот течение разговорного санскрита набирает популярность и в самой Индии. Это действительно так. Это действительно так. Значит, санскрит, с одной точки зрения, конечно, умер. Умер он в 5 веке до нашей эры. Потому что Панини написал настолько совершенную грамматику, что, в общем-то, единственное, что осталось, было умереть. Но умер, конечно, он не сразу, умирал медленно. И вот все не окончательно никак не может, окончательно не получается умереть. То есть, если латынь, например, она таки умерла, ибо там нету, это не вызывает разногласий. То есть латынь существует в терминологии. Например, в ботанической терминологии она жива. Но как язык разговорный, даже если не рассматривать такие, есть тоже общество любителей поговорить на латыни, но масштаб этого явления несопоставим с Индией. Несопоставим. В Индии это все равно какая-то есть живая струна, струя прям-таки, то есть нету вот этой искусственности. То есть, с одной стороны, язык мертвый, а с другой стороны, делаются попытки его оживить. То есть, нельзя сказать, что вот через века к нам идет школа разговорного санскрита, ничего подобного. Это новодел. Ну, то есть придумываются слова для компьютера, машины, для танков, вот все это очень надо. И на самом деле в том же хинди опять же используются санскритские существительные и глагольные корни для образования новых слов. То есть ничего такого сверх тут и нету. То есть это неизбежно. Неизбежный процесс. То есть с одной стороны мертвый, с другой стороны живее всех живых. Мы не разговариваем на древнерусском. У нас нет обществ таких. Даже общество любителей древнерусской литературы на своих съездах не разговаривает на древнерусском языке. А вот в Индии каждые 4 года есть конференция индологов, на которую и пьесы ставятся перед зрителями, то есть участниками конференции на санскрите. И диспуты, и стихи, люди прям экспромтом сочиняют стихи, и все это на санскрите. То есть жив он, но эта жизнь, она такая своеобразная. Санскрит никогда не был народным языком, на нем никогда не общались на улицах. Это язык высших сословий, таким он и остался. То есть это элитарный язык, как мы уже пришли к выводу, это язык, который не прост, поэтому он так и сложен, потому что он требует определенного интеллектуального развития, определенного багажа знаний, определенного кругозора, то есть какие люди определенные дисциплины. Надо понимать, что люди из знатных семей – это не те, которые, у которых пальцы веером, это те, которые их пароли. Их пароли за любую ошибку. То есть они прошли через определенные лишения, но они понимали, ради чего это все. То есть
да, требуется определенная интеллектуальная подготовка. Но какие-то базовые вещи, они вполне доступны. Вполне доступны. Чтобы заговорить на санскрите, это как бы отдельная задача. Чтобы уметь читать, это вполне возможно даже через год. Через год занятий человек может прочитать Бхагавадгиту. Медленно, но прочитать. И это доставляет невероятное удовольствие. В жизни бывают всякие приятные вещи. Вот почистил зубы, и приятно. И прочитал Бхагавадгиту, тоже приятно. Но это приятности разные, разные. В приятности Бхагавадгиты ты знаешь, как ты ночью в 3 часа сидел и час пытался разобрать, что ты видишь. И ты пытался перевести одно единственное слово. И у тебя не получалось. Час не получалось. Ты проснулся, и тоже не получается. Ты можешь неделю просидеть с одним словом. Ты знаешь цену. У этих вещей есть цена. И тогда, слыша на улице Харе Кришна, ты вот думаешь, а те люди, они задумывают? Возможно, нет. Но у тебя есть какая-то появляется ценность этого. Ты начинаешь более, вот как-то, не знаю, трепетно относиться к этому. У меня такой вопрос. Вот мы тут немножко про хинди затронули. И насколько хинди близок к санскриту? Значит, когда я на 5-м курсе литературного института решил, ну все, санскрит я уже 2 года изучаю, сколько можно, пора переключаться к хинди. Значит, и нашел я преподавателя хинди. Значит, занимаемся раз, занимаемся два, занимаемся 5. И вдруг, значит, я столкнулся с чем-то, что меня просто вот вырубило. Значит, вижу написано ТВ, но только не как бы латиницей, а вот на деванагаре. Я не могу понять, что за слово ТВ, 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 ТВ. Потом, когда до меня дошло, что это, собственно, есть английские слова, записанные деванагари, что меня обманывают, я расстроился так, что понял, нет, нет, нет. Учить язык, в котором просто как в помоечке собраны все языки, арабский, персидский, санскритский, английский, в прессе, до 70% слов из английского языка. То есть это хинди-хинди рознь. Есть литературные, да, есть хинди, где пуристы, которые пытаются, чтобы не было персидских, арабских слов, то есть какой-то искусственно выращенный хинди. Хинди-хинди рознь, но связи между хинди и санскритом, она не столь очевидна. Зная санскрит, вы не знаете хинди, и зная хинди, вы не догадываетесь о том, что есть в санскрите. Да, есть точки пересечения, да, словообразование в чем-то похоже, но за эти столетия Индию столько раз завоевывали, что там от санскрита, конечно, осталось много. И хинди, как и английский, быстро развивался. То есть были древнеиндийский язык, были среднеиндийские языки, а хинди – это новоиндийский язык. Это совершенно другой строй языка. То есть, как и английский, хинди мало похож на санскрит. Русский похож больше, ввиду того, что… Просто он менее динамичный, да? Да, он менее динамичный. Менее динамичный. У него… Ну, он молодой. 1000 лет для языка – это очень, очень молодой еще язык. Надо сказать, что русский тоже язык сложный. Сложный. Вот для меня очень есть характерный пример, потому что мой ребенок, который практически вырос в Америке, да, и для него русский, ну, это, конечно, не иностранный язык, но это не совсем родной для него язык. Uh-huh. Разговорный для него понятие, но когда мы начинаем учить грамматику, то, что для меня кажется абсолютно очевидными какие-то вещи, то ребенок просто в ступоре. Ребенку сейчас 12 лет, и мы там вот недавно, буквально на прошлой неделе, мы с ним разбирали тему склонений. Ну, для меня это элементарно, а ребенок просто вот он теряется, потому что у него все-таки английский язык – это приоритетный для него язык, он первый, к сожалению. Ну, это как бы такая данность, да, но русский все равно для него родной язык. И я вижу, как это сложно, то, что мы по рождению приняли, да, то есть действительно поэтому очень много, в английском нет никаких падежей, да, здесь намного все проще, грамматика… Если сравнивать с древнеиндийским, нет грамматики, поэтому, конечно, этот переход, он сложен.
Безусловно. Я ходила на курсы испанского языка, например, здесь, в Калифорнии, и сталкивалась, мне тоже было все понятно, да, потому что там, опять же, есть определенная логика, которую я могу сопоставить с русским языком, и по образу подобию сразу понимаю, ну, хотя бы вот изменение по родам, да, американцев это как просто ужас. Шок, да, то есть они входят, особенно люди уже не молодые, когда уже действительно мышление не такое гибкое, когда сложнее воспринимать новую информацию, то есть для них это действительно очень сложно. Вот, поэтому я абсолютно согласна, да, это такой есть момент. Русский язык, конечно, сложный, и да. Очень здорово, что мы имеем возможность на нем говорить. Русскоязычному на самом деле учить санскрит относительно легко. Вот если вам кажется, что вам тяжело, то вы просто поймите, что для англичанина будет еще тяжелее. Пусть эта мысль вас тешит, что вам, если вам кажется, что вам тяжело, нет, это кажется. Вам еще вообще не тяжело. Нам еще не тяжело, да. Это все цветочки. И я, у нас уже не очень много времени остается, к сожалению. Я хотела, чтобы вы нам рассказали про свои книжки, потому что это очень важная тема, на мой взгляд, потому что то, что вы делаете, вот это вот общество ревнителей санскрита и библиотека санскритика, на мой взгляд, это как раз возможность популяризации санскрита для людей, да, и возможность того, чтобы люди, как можно большее количество людей, получали истинные знания. Истинные знания не в том смысле, что, значит, в каком-то духовном аспекте, да, а просто вообще понимали, откуда ноги растут. Значит, я сам имею академический бэкграунд. Люди приходят с разных, как бы, исходных позиций. Я чисто имею академическое образование, следовательно, у меня и свои представления о том, как нужно изучать древний язык. Когда я заполнял анкету, где нужно было перечислить, какими языками вы владеете в анкете Союза писателей, я понял, что мне не хватает тех двух строчек, которые там отведены. Я обожаю изучать языки, особенно древние, а восточные меня вообще забудут. Так вот, чтобы изучать древний язык, ни iPad, ни интернет вам не поможет. Древние языки – это определенные настрои, а следовательно, это бумажная книга, это тетрадь в клеточку и это ручка. И даже если вы 20 лет уже не держали в руке ручку, вам придется вспомнить. Вам придется вспомнить. Я вот показываю. Все, кто у нас сейчас не видит, но вы потом можете посмотреть записи, да, вот это вот тетрадь в клеточку и вот это вот как раз ручка. То есть требуется бумажная книга. Это мое базовое понимание того, от чего зависит успех. И в какой-то момент я понял, что все ушли в интернет. Все говорят, что все есть в интернете. А я говорю, что в интернете такая помойка, что я не готов кого-то просто отправлять в интернет. Это как послать его в сад. Вот. И тогда я понял, что за последние 100 лет много что было издано, но мало кому это доступно. Тогда я решил, что пусть никто не мучается, как мучился я. И я решил издать классику. Ну и вот уже за 2,5 года я издал 8 книг. 8 книг по санскриту. Ну вот, одна из последних, из новых. Значит, они все получаются такие толстенькие. Если вместе сложить все книжки, где-то уже 2500 страниц. То есть сказать, что это можно прочитать за одну жизнь, нет. Но это и справочные пособия, и словари. То есть санскрит, он вас то есть все, что вы думали о том, что трудно изучать английский, да поверьте мне, там изучать нечего. Там это можно за неделю выучить. Здесь объем информации, ну, он зашкаливает, то есть надо отсекать, потому что иначе, ну, как бы, ну, если эту стопочку представить себе, то это вот, вот такая, как бы, стопочка получается. То есть вполне себе приличный набор для выживания. Набор для выживания. То есть и старые книги, от того, что они старые, они не значит, что они плохие. Ну, вот буквально на днях
Значит, в Москве вышел с санскрита русский словарь 1854 года. Его читаешь, и как будто бы он написан вчера. Поэтому классика, она не стареет, бумажные книги нужны, и, ну, если Индию накроет волна, и не останется Индии, у нас останется санскрит. Санскрит и Индия, они для нас уже не обязательно существуют в жесткой сцепке, но санскрит уже с нами, хотя бы в виде книг. Да, не в устной передаче, да, не в устной, но... Индусы сами не смогли внедрить те знания, которые они донесли до наших дней, они не смогли их внедрить. Индия не живет согласно Аюрведе. Аюрведа — это очень дорогое удовольствие. Это очень... То есть, Индия от того, что они как бы донесли до наших дней Махабхарату, не значит, что они живут этими понятиями. Они донесли информацию, вот она в книгах, и книги доступны. Вот так я воспринимаю свою задачу — донести знания. Вот. Да, это пассивное владение языком, но так уж устроен мир. Чтобы слегка исправить этот недостаток, мы с вами, Анастасия, будем учить наизусть какие-то интересные отрывочки и как бы тем самым выравнивать вот эту несправедливость. Ну, вот. Аграхастотром, да, будем учить, да. Обязательно. Гимн планеты. Какой-то планет. Текст должен быть вот именно как звучащий текст. То есть первый текст, который я выучил, это было «Сутра сердца». Вот это был текст, который вот был созвучен мне, и мне было там сколько-то лет, и я его учил, повторял просто вот где бы я ни находился. То есть у каждого здесь найдется что-то созвучное. Какие у вас планы на издание книг? Что еще? Вот уже 8 книг издано, да? Что еще будет? Я обещал себе, что... Планов грабатье? Я обещал 8 книг. Я сдержал слово. Если получится, то еще книг 12-20. Но план выполнен. Все. 8 из 8. Если я продолжу, то еще книг 12 легко соберется. То есть за последние 100 лет на русском языке, а меня интересуют в первую очередь русскоязычные книги по санскриту, издано достаточно много чего. Но если вы захотите, например, купить Ригведу, она в 3 томах, вам придется заплатить 20 тысяч рублей. В долларах я понимаю, что это может быть не так много, но в рублях это достаточно существенная сумма. То есть книги дорогие. И чтобы они были дешевле, их надо переиздать. А для этого нужно время и, опять же, деньги, иногда немалые. Вот. Поэтому сейчас план... будете издавать? Я знаю, что у вас есть план. Издавать, честно, даже не знаю. Вот, Косовича я думаю, что... как? Косовича, вот теперь, когда он издан, моя совесть чиста. Осенью, я думаю, надо издать еще 2 книги, я пока не решился, какие. Вот, осенью подумаем, потому что иногда я просто уже устаю. Я работаю вот над теми книгами, чтобы 8 книг вышло за 2 года, я работал 10 лет. 10 лет я работал одновременно над 10 книгами. Это звучит, может быть, не очень-то как бы getting things done, или как-то очень разумно, но я не мог иначе. В какой-то момент я понял, что если я сейчас их не издам, не начну издавать, то в стране может наступить такой момент, когда будет не до санскрита. И я сказал тогда своему перфекционисту: заткнись и печатай. И я начал печатать. Закончил. Это очень круто. Спасибо огромное. Спасибо вам. Очень здорово было сегодня с вами побеседовать. Вообще у меня уже родилось несколько идей для следующих программ. Я надеюсь, наша программа получит хорошие отзывы, и мы еще побеседуем обязательно в прямом эфире о санскрите, о духовном наследии Востока, да, потому что тема обширнейшая, да, и, конечно, за часовую программу ее невозможно раскрыть, и, может быть, можно поговорить о каких-то именно шастрах, о каких-то источниках, о той же Махабхарате более подробно, потому что это очень интересно. И неважно, в какой религиозной конфессии вы существуете, просто изучение древнего наследия человечества, это уже дает нам, безусловно, очень сильный прогресс внутренний наш, потому что мы тем самым улучшаем свою карму. Непременно. Вот, спасибо большое, Марта. Спасибо, Анастасия.
очень мне было приятно. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Мартис Гассенс, филолог-востоковед, индолог, кандидат филологических наук и преподаватель санскрита по призванию и душе. Приходите к Мартису на курс, он в сентябре, по-моему, будет набирать еще несколько групп. Несчастных, тех несчастных, которые мы не сумели отговорить, а мы пытались с вами, я пытался, и вы тоже пытались, мы говорили: нет, не начинайте, санскрит изменит вашу жизнь. Если люди все равно хотят изменения, да, им придется учить санскрит. Не хотят в этой жизни — следующие. Если кому-то не срочно, можно подождать, но если кто-то хочет побыстрее, придется в этой. Все равно придется. Все равно придется. Спасибо огромное, с вами были Мартис Гассенс и Анастасия Хрущинская на интернет-радио «Сангейтс». И мы с вами встречаемся в нашей программе «Женская гостиная» по четвергам в 11 часов по времени Чикаго, 9 часов по времени Сан-Франциско и 19 часов по Москве. Еще раз благодарю и до новых встреч. Счастливо. До свидания.